Ну что, ребят, готовим 7 полноценных блюд на неделю в районе 1000 рублей. Поехали! Для французского супа берем овощи, картофель разрезаем на кубики, морковь нарезаем полосочками и также измельчаем репчатый лук. Вооружаемся сковородкой, наливаем порцию растительного масла и обжариваем репчатый лук. Далее закидываем морковку и обжариваем, пока она не станет мягкой. Добавляем соль и черный молотый перец. Отставляем зажарку в сторону и берем кастрюлю с водой. Также берем заранее почищенные сердечки и отвариваем их в течение 30 минут. Не забываем снимать пену с бульона и добавляем нарезанный картофель. Туда же добавляем зажарку и варим, пока картошка не приготовится. В конце добавляем 2 плавленых сырка, нарезанные кубиками, также черный молотый перец и соль. Тщательно все перемешиваем, пока сырки не растворятся и блюдо готово, а мы переходим к следующему блюду. Для сливочных макарон ставим кастрюлю на плиту и отвариваем в ней макароны, а тем временем берем кусочек мяса. Нарезаем мясо кусочками, берем репчатый лук и мелко нарезаем. Кстати, все острейшие ножи, которые вы видите в моих роликах, они от бренда Самура, которые можно купить по ссылочке в описании. Доводим макароны до готовности, снимаем их на дуршлаг и вооружаемся сковородкой. Добавляем растительное масло, обжариваем репчатый лук и следом добавляем мясо. Обжариваем примерно в течение 10 минут, добавляем чайную ложку муки и тщательно все перемешиваем. Туда же наливаем 200 мл 10% сливок и доводим все до густого состояния. В конце выдавливаем зубчик чеснока, высыпаем макароны и тщательно перемешиваем ингредиенты. И блюдо готово, а мы переходим к следующему блюду. Для чесночной курочки берем куриные бедра и отрезаем с них все лишнее. Перекладываем бедрышки в глубокую тару, подставляем поближе и выдавливаем немного майонеза. Добавляем соль, черный молотый перец, выдавливаем 3 зубчика чеснока, тщательно все перемешиваем, даем курице постоять полчаса и вооружаемся сковородкой. Наливаем порцию масла, выкладываем на обжарку бедрышки и жарим в течение часа, но не забываем переворачивать. В конце снимаем бедра со сковороды и блюдо готово, а мы переходим к следующему блюду. Для запеченной гречки в рукаве нам понадобятся репчатый лук и шампиньоны. Первым делом мелко нарезаем репчатый лук и перекладываем его обжариваться на сковородку. Небольшие шампиньоны разрезаем на 4 части и также отправляем обжариваться к луку. Готовим примерно до полуготовности, добавляем соль, черный молотый перец и вооружаемся духовым рукавом. С одной стороны завязываем узел, пересыпаем гречку и добавляем зажарку. Также наливаем воду из расчета гречки 1:1 и добавляем соль. Крепко завязываем узел, перекладываем в тару для запекания и сверху делаем при помощи зубочистки отверстие. И отправляем гречку в разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут. А уже по истечению заветного времени достаем гречку, распаковываем и перекладываем в какую-нибудь тару. И блюдо готово. А мы переходим к следующему блюду. Первым делом для шпротного салата нам понадобятся отваренные овощи и яйца. На крупной терке натираем морковку, картошку, а также яйца. Далее вооружаемся банкой с маринованными огурцами и натираем огурцы на крупной терке. Берем банку со шпротами, перекладываем ее в какую-нибудь приспособу, чтобы ушло все лишнее масло, и разминаем вилкой. Перекладываем шпроты в отдельную тарелку и вооружаемся тарой для салата. Слои можете выкладывать как вам больше нравится, но я каждый слой с картошкой подсаливаю и добавляю черный молотый перец. Далее на картошку всегда кладу рыбу, на рыбу кладу огурец и только начиная с третьего слоя пользуюсь майонезом. Ну и естественно по такому же принципу мы до конца собираем салат. Ну и в конце всегда кладу морковку, а на морковку уже выкладываю яйца. Наконец-таки салат готов, а мы переходим к следующему блюду. Для салата из буряка берем отваренный буряк и натираем на крупной терке, добавляем несколько зубчиков чеснока, соль и майонез. Салат из буряка получается очень вкусный, а самое главное просто делается. А мы переходим к следующему блюду. Для крабовой намазки берем все оставшиеся ингредиенты. При помощи ножа мелко измельчаем укроп, крабовые палочки, на крупной терке натираем сыр и яйца. Перекладываем все в общую тару, подставляем поближе, добавляем хорошую порцию майонеза и щепотку соли. Тщательно все перемешиваем до состояния однородной массы, отставляем в сторону и берем багет. Разрезаем багет на порционные кусочки и на каждый кусочек щедро намазываем. А в конце перекладываем бутерброды на тарелку и переходим к презентации. Ну что, ребят, сегодня мы приготовили много классных и вкусных блюд на целую неделю. И на это у меня ушло затрат всего 1200 рублей. Конечно, я хотел уместиться в 1000 рублей, но у меня прошло удорожание в 20%. Я решил купить более качественные продукты. Я не сэкономил на таких позициях, как макароны, шпроты и плавленые сырки. Я мог купить шпротный паштет, который состоит непонятно из чего, плавленые сырки с пальмовым маслом и макароны, которые превращаются в клестер. Ну уж нет, пускай производители едят это сами. А у нас данный ролик подходит к концу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем до новых встреч. Пока-пока.